немецкая компания Krauss Maffei Wegmann опубликовала видеозапись, демонстрирующую ее новейшую разработку – радиоуправляемый мост Leguan RC. Эта система с дистанционным управлением позволяет солдатам безопасно управлять мостоукладчиком на большом расстоянии, что особенно важно в ситуациях высокого риска. Полный доступ ко всем функциям мостоукладчика предоставляется солдатам в полевых условиях, что значительно повышает их безопасность и эффективность. Использование автономных военных систем, таких как Leguan RC, позволяет выполнять самые рутинные, опасные и грязные задачи, освобождая человеческие ресурсы для более сложных операций. Например, задачи по наблюдению за территорией, хотя и не являются напрямую опасными, со временем требуют значительных умственных усилий. Система дистанционного управления Leguan была разработана в сотрудничестве с эстонским производителем робототехники Milrem Robotics и включает в себя несколько компонентов. Модуль управления транспортным средством устанавливается с правой стороны любого варианта транспортного средства, рядом с направляющим рычагом. Управление транспортным средством осуществляется с помощью модуля управления оператором и простого ручного контроллера. Успешная конструкция прототипа Leguan RC обеспечивает техническую основу для дистанционного управления другими платформами, такими как тральщики или эвакуационные машины. Leguan Leopard 2 обладает мобильностью основного боевого танка Leopard и максимально идентичной логистикой. Мосты длиной 14 и 26 метров соответствуют самым строгим требованиям к грузоподъемности MLC-80 и имеют потенциал для дальнейшего расширения. Современная интегрированная измерительная система обеспечивает безопасное и автоматическое распознавание уже использованной пропускной способности, что позволяет точно рассчитать оставшуюся грузоподъемность моста. Дополнительные функции, такие как система охлаждения, вспомогательный генератор и система кругового обзора, гарантируют высокую производительность и долговечность. Не забудьте поставить лайк, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.